Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Валерий, этого мальчика зовут Семен. Мы приехали из Ярославля. Ну, давай рассказывай дальше сам. Ты готовился к выступлению. Давно следим за каналом Сении. Приехали сюда посмотреть те места, которые Сения выкладывает видео и короткие репортажи. Вот. С июня месяца практически постоянно следим за творчеством канала. Захотели стать его участником, предложили встретиться, провести встречу с подписчиками. Вот мы здесь. Сейчас мы находимся в Голубицкой. На отдыхе приехали сюда на 10 дней. Приехали сюда на песчаный пляж из-за детей маленьких, двух мальчиков. Приехали на машине. Дорога прошла у нас все хорошо. Делали промежуточную остановку. В Голубицкой уже третий раз. И понравилось первый раз по пути в Крым. В этом году решили остановиться здесь, потому что уже очень много знаем, ориентируемся. Сейчас где-то около 4 дней мы провели на море, на пляже. Остальную часть отдыха хотим попутешествовать по местам, которые увидели на канале, для себя открыли. Где вы сняли жилье и сколько расстояния до моря вы ходите? До моря где-то у нас около 200 метров, потому что по прямой не выйти, базами перегорожена дорога. А нашли, просто зная географию Голубицкой, мы нашли жилье просто по Яндекс.Картам. Ну, как называется место? Это улица Курортная, 12. Значит, не рекламирует особо его хозяева, но качество проживания здесь очень высокое. Дом новый. Брали мы семейный номер двухкомнатный с кухней. Отношение персонала очень хорошее, теплое, добродушное. Договорились сегодня с обедами, то есть будем питаться здесь, хотя изначально вроде хотели готовить сами. Так что, в принципе, все нравится, с погодой повезло. Море, правда, немного штормит, но ходим купаться каждый день. А что вам по стоимости вышло? По стоимости нам вышел где-то, сделали скидку, потому что младшему сыну 3 года. По стоимости у нас здесь проживание выходит 3500 рублей в сутки. То есть на 10 дней 35 тысяч мы заплатили. Так, а какое море? Нравится ли вам купаться в Азовском море? В Азовском море нам нравится купаться, потому что прежде всего ехали ради детей. То есть дети, для детей это безграничная, бескрайняя песочница. Вот, в волнах тоже Семен хорошо у нас. Что любит Семен? Нырять. Нырять, купаться. Вот, поэтому из воды не вытащишь. Поэтому, приехали уже как бы не первый раз посмотреть, что здесь. Много медуз. Шторм вас не пугает постоянный? Пугает. Пугает, но не сильно. Из воды сегодня не вылезали, ныряет под волну. То есть, уже не первый год, уже опыт есть, задерживает дыхание, поэтому все хорошо. А температура воды для вас комфортная? Температура воды комфортная. Я не знаю, сколько сейчас вы, если обезде. 26. В общем, комфортно, дети не вылезая. И все, и ветер хоть обдувает, но нормальная, хорошая температура. А вечера, что еще, за что ценим Голубицкую? Много развлечений для детей. То есть и на электромобилях они покатались, и в лунопарке были позавчера. Вот. Что вы еще-то, на чем вы катались? Ходим гулять каждый вечер, по 2-3 километра проходим в оба конца. Вот. Сегодня будем запускать самолетики, в общем, отдыхаем по полной. Есть какие-то недостатки? Заметили ли вы? Да, в принципе-то нам все устраивает. Не особо мы уж такие требовательные люди к такому. Главное, комфортно проводить ночлег, комфортно в чистых условиях быть, пребывать в гостевом доме. А так, в принципе, ко всему остальному были готовы. Советуете ли вы приезжать в Голубицкую? Мы уже здесь третий раз, и тут уже на долгий срок. Советуем прежде всего людям с детьми, потому что для детей много развлечений и комфортный песчаный пляж. И хотите ли вы кому-нибудь передать привет? Кому привет-то? Дяде Олегу. Давай дяде Олегу
Передавай привет, помаши рукой, скажи: дядя Олег, передаем привет. Вчера... Дядя Олег, передаем привет. Вчера дяде Олегу был юбилей, 55 лет, его поздравляем с этим, да? Угу. Ну все, большое спасибо вам, хорошего отдыха. Все, вам спасибо, спасибо за канал, спасибо за участие, спасибо за большой поток информации, действительно благодарны, действительно ваш труд считаем нужным и полезным для таких, как мы, отдыхающих, поэтому подписчики вашего канала. Спасибо. Спасибо.